Грузовой самолет Ан-12 с экипажем и пассажирами из России потерпел крушение в столице Южного Судана, Джубе. Жертвами катастрофы стали десятки человек. По словам очевидцев, в районе ЧС разбросаны тела не менее 40 человек, включая членов экипажа, сообщают местные СМИ. Представитель президента страны сообщил, что на борту могли находиться около 20 пассажиров. В управлении гражданской авиации Южного Судана предполагают, что причинами трагедии могли стать перегруз либо техническая неисправность. По некоторым данным, самолет упал сразу после взлета, менее чем в километре от международного аэропорта. Российское посольство в Уганде подтвердило факт крушения. Обстоятельства происшествия выясняются.